На площадке Одинцовского ледового дворца «Армада» встретились хоккейные команды «Наши» и «Красные звезды». Игроки готовые, все внимание на шайбу. Матч приурочили к началу юбилейных 50-х гагаринских чтений. Идея пришла не мне, а команде нашей, которая давно уже играет в хоккей, начали играть. Эта команда стала играть еще во времена Гагарина, и хоккей был частью общей физической подготовки. Сейчас у нас есть ребята, которые продолжают уже, слетав в космос, неоднократно некоторые продолжают играть в этой команде. Команда «Наши» имеет богатую историю. Раньше ее капитаном был знаменитый Юрий Гагарин. В то время хоккей входил в систему физической подготовки советских космонавтов. Позже дисциплину убрали из программы, но спортивная традиция осталась. И сегодня на лед вышли летчики-космонавты, жители звездного городка и сотрудники предприятий ракетно-космической сферы. Хоккейная команда «Наши», в данный момент я являюсь ее представителем, создана Юрием Гагарином и практически 50 лет назад. И вот с тех пор потихонечку мы играем, тренируемся. И сейчас просто дружеская такая игра. Команда «Красные звезды» популяризирует развитие хоккея в регионах. Ведь, несомненно, спорт объединяет жителей разных возрастов. В будущем спортсмены станут развивать детскую лигу «Золотая шайба». И вот сегодня в рамках этого матча два космонавта, герои России, стали послами детской хоккейной лиги. И им были вручены эти памятные грамоты, что они являются послами. Я думаю, что они будут нести эту идею. Поэтому сама идея хоккейного матча, она витала давно. Главное – настрой, дружеская атмосфера, которая царила всю игру, отметили хоккеисты. Товарищеский матч завершился со счетом 7-6 в пользу команды «Красные звезды». Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».